Кирюшки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня опять-таки продолжаем играть в Resident Evil 2 ремейк, и в данный момент будем проходить дополнительный режим за Ханка из команды Альфа, одного из выживших, единственного, лучше так сказать. Это полуночник, Альфа, ответьте! Альфа, как слышите? Полуночник, это Ханк из отряда Альфа. Черт, я думал, вас всех завалили. Я пытался... Я в точке К-12, когда и где ждать помощи? Короче, ребят, сейчас сразу соединяем патроны. То есть, этот порох получаем, патрон для дробовика. Сейчас у нас Ханк спрашивает, где ждать помощи. Ну и все. Где ждать эвакуации? Похоже, мрачного жнеца не остановить, да? Мрачный жнец. Где ждать эвакуации? Расслабьтесь, мистер жнец. Я направляюсь к главным воротам полицейского участка. Подберу тебя там. Понял. Ну все, стараемся, ребят, пройти. Так, этих чуваков знаю, как обходить. Уже не первый раз пытаюсь. И вот, в общем-то... Надеюсь, сейчас получится. Надеюсь, сейчас, ребят, мы с вами справимся. Так. В этого два раза выстрелим из обычного пистолета, да, убежим. Потому что он немножко АФК становится после того, как ты хотя бы один раз даже попал. Ну и вот, пробегаем здесь. Здесь у нас пока что никто не будет нападать. Не стал снимать, ребят, все свои попытки. Но, видите, сейчас стараюсь пройти. Сейчас стараюсь пройти. Уже как... Какой раз, не знаю, раз седьмой, наверное. Ну и, в общем-то, прыгаю сюда. Собаки меня не укусили, уже хорошо. Они иногда кусают, то есть ты... Шара абсолютно, абсолютно шара. То они кусают, то не кусают, непонятно. Вот эта вот бабка кусает тебя. То есть ее надо сразу вырубать. Я же, видите, попадаю, разумеется. Почти с первого раза. Эту собаку я тоже вырубаю, она мне мешает. Этого мужика я тоже вырубаю, он мне мешает. Вот, блин, если бы я попадал с первого раза, это было бы, конечно, намного проще. Ну, блин, собаки, конечно, неудобно. Кусила. Давай. Блин, два раза кусили. Сколько жизни-то у меня осталось? Нормально, кстати, не так уж и много сняли. Так, здесь будет зомбак, сразу сейчас нужно будет обходить его. Иди отсюда, до говна кусок. Здесь зомбаки, но они, в принципе, не кусаются. Я научился вот это вот место проходить. Они вроде бы не должны меня сейчас укусить. Да, все нормально. Просто оббегаем вот так вот сбоку их. Ну и, разумеется, нам нужно теперь подняться наверх. Здесь пока что никто нападать не будет. Автомат я вообще не использую, ребят. Использую дробовик, дигл и, разумеется... Ну, или не дигл, какой-нибудь там револьвер или что это, как называется. Больше похоже на дигл, конечно. И, разумеется, обычный пистолет. Ну и как без предметов, которые мы тоже должны использовать. Типа хилок и всего остального. Это мы все будем использовать. Так, в этих я даже не стреляю. Пытаюсь пройти. Не успел. Ну, окей. Не успели пробежать, значит, кидаем гранатку. Я, видите, изначально выбрал светошумовую для того, чтобы она использовалась, а не нож. Потому что нож тратить сразу в самом начале не особо хочется. Потому что нож иногда бывает возможность поднять его. То есть взял, втыкнул нож, потом забрал нож. Ну, убил, забрал нож. Так что как-то так, ребят. Мы уже почти процентов 30 прошли с вами. Здесь просто обходим этого говнюка и забегаем сюда, в лифт. Сейчас будет немножко сложный момент. Я постоянно здесь туплю, постоянно здесь по-разному прохожу. То бывает без урона, то с уроном. Когда как. Ну давай попробуем сейчас пройти без урона. Там нужно как-то справа проходить. Ну как-то по центру и справа. Ну давай попробуем в любом случае. Так, здесь справа. Здесь... Опа, получилось, смотри. Нифига себе. По сути должен был сейчас получать урон, но видите, не догнал меня этот засранец. Так, здесь будет гад вот этот вот ползун-лизун. Его тоже нужно убивать, иначе он меня ранит. Я не могу его не убить и пройти без урона. Так что убиваю в любом случае этого засранца. Кстати, в игре в Resident Evil я ни одного ползуна не убил. То есть я не потратил ни одной пули для того, чтобы убить ползуна. То есть у меня даже не было в голове такой идеи, то что ползунов нужно убивать. Так, ну здесь просто пробегаем, они нас не трогают, не успевают. Раздуплиться они не успевают здесь. То есть, видите, ползуна я убил только в дополнительном режиме первого. Но с этим я не знаю, что делать. Давайте попробуем сейчас выстрелить собаку. Я не знаю. И сейчас пробежать. Ой, здесь еще собака. Окей. Нам повезло. Нас никто не напал. Вот, самый сложный момент-то здесь. Здесь очень много зомбаков. Сейчас попробую стрелять именно. Потому что сейчас без стрельбы, мне кажется, вообще не пройдем. И... Офигеть! Видишь, достаточно было только в двоих выстрелить. И, в принципе, пробежать можно.
что эту тетку я тоже убиваю, чтобы не мешало. Ну, хотя бы выстрелю. Ах ты, урод! Сколько хп-то у меня забрал. Неприятный тип, неприятный. Там еще собаки, кстати, бежали сразу. Ну, окей. Сейчас будет сраный тиран. Я вот не знаю, как его проходить так, чтобы он тебя не откинул. Почти всегда происходит то, что он тебя откидывает. Давайте подхилимся. Даже не знаю, что здесь лучше выбрать. Давайте эту смесь трав. Обычную. Наверное, стоило сразу защиту от урона. На, по башке, на, по башке! Все, отлично, вырубили. Нифига себе. Два точных попадания. Этот урод нас не трогает, значит, пробегаем здесь. Ой, мимо. Попавсь. Попавсь. Да откуда ты взялся-то, блин? Видите, надо было быстрее стрелять просто. Минус граната получается. Так. Раз, два, пробежали. Видите, тиран за нами сейчас не гонится. Какого черта, Ханк, ты опоздал на эвакуацию? Парадная дверь заблокирована, нужно найти другой путь. На, по башке. Не попал. Плечо. Или попал. Внимание, командование только что приказало полностью зачистить Raccoon City. Так что поспеши, или тебя тоже зачистят. Понял. Нифига себе. Ай-яй-яй. Куда я побежал? Нет, я перепутал. Блин, отвали от меня, ползун. Дерьмо, собака. А, еще один ползун. На тебе, осколочную. Ой, вот это говно. Да вы серьезно, откуда вас так много-то? Я нож в нем оставил, ребят. Куда бежать, куда бежать? Вроде бы сюда. Они все ослеплены. Блин, жоп. Да нет, ну куда так много урона? Нужно сейчас хилку тройную пить из трех трав. Все, чтобы еще... Пипец. Ну тиран сейчас внизу был. Он, по сути, наверху не должен быть. Что происходит? А почему такой баг? Это что такое? Ты видел, он только что был внизу, этот сраный тиран, и сразу он оказался вверху. Нифига себе, он меня по комнате пинает. Отстань, зомбак, отстань. Уродцы, блин. А почему? Я не понял, как тиран... Он что, Человек-паук? Через канализацию? Канализацию, хотел сказать. Вентиляцию? Пробрался. Как так быстро? Просто я не понимаю. Вот этих уродцев, наверное, автоматом сейчас попробую я зафигарить. Так. Ой, нам же не в дверь, точно. Там сюда. Видишь, автоматом здесь и вот этих вот говнюков легче всего. То есть попадаешь им пару раз по вот этим точкам на их теле. И все. Сейчас дверь будет открыта. Ну, ну, ну. Поближе, что ли, надо? Ну чего не выходит? Вот, вышел. Привет, зомби. Вот эти говнюки падают. Все, проходим дальше. Все, все, все. Пока что вроде бы за мной не идет тиран. Но это странно максимально. Вы видели, как вообще, из-за чего он появился-то? Я так и не понял. Что за читер? Я вот не знаю, может быть попробую сейчас гранатой там раскидать зомбаков, потому что сейчас будет их там штук 6. Ну давайте попробуем гранатой действительно. Так, она у меня взята. Так, идите сюда. На! А-а-а! Откуда здесь зомбак еще? Дай пройти! Если б я знал, что он справа стоит, а не слева. Дерьмо собачье. Минус граната, ребят. Это вроде бы последняя, да, была? Пипец. Ну вот этого лизуна, кстати, я умею проходить. Он промахивается атакой своей почти всегда. Кстати, он за вами сразу не поднимается после этого. Бэнг! И сейчас будет сложный момент тоже. Я не знаю, мне... Или у меня есть граната, я не знаю. Опа! Да блин, как так-то? Да, у меня есть граната. Хорошо, мы еще живы. На, ты уродец ты. Все, тебе нужно успеть пробежать здесь. Опа, успел. Спускаемся. Осталось вообще, ребят, почти ничего. Но у меня нет ни жизни. Господи ты, боже мой. Немного ли у вас здесь всяких засранцев? Все, у нас нет жизни. Нам нужно что-то делать. Использовать ли сейчас? Давайте травы, что ли, используем. Плюс щит себе сделаем. Но он и так, в принципе, был. Давай попробуем спуститься, окей. Ну все, последняя финишная прямая. Что-то мне кажется, что мы не пройдем, если честно. Обходим так. Ну как ты успел-то? Щит, спасай! Так, вот это главное, чтобы нас не кусал. Если он укусит, то все, мы умрем. Если нас укусит травяной засранец, то мы умираем сразу. То есть у него... отходим от него!
Здесь все, вся вечеринка пришла. Все на вечеринку, ребят, сегодня пришли. Отстаньте, зомбаки. Господи. Но они меня не должны съесть. У меня слишком много хп, и плюс к этому у меня еще защита. Отстань, урод, отстань. Ой-ой-ой, травяной. Уходи от него. Прошли. Офигеть, да ладно. Да откуда ты берешься-то? Лежит себе такой, никого не трогает. Я его тоже не трогал. Отстань. Да они, ребят, по КД меня будут кусать. Они вообще не дают мне пройти. Главное, чтобы травяной не укусил, это самое важное. Все, этот лег. Берем дигл. Там тиран там идет еще, не стоит забывать об этом. Здесь проходим. Отлично! Там тиран! Офигеть! Ну мы, в принципе, близки к победе. Все, ну это 100% победа. Все, мы уже никак не проиграем. Еее! На нуле хп просто! Офигеть, еле-еле прошел. Зачем было возвращаться? Хотелось встретиться с мрачным жнецом. Лично, так скажем. Офигеть, еле-еле прошел, ребят. Просто 0 хп, нет возможности как-то выжить. И тиран еще сзади, зомбаки постоянно нападают. Но супер, я хотя бы прошел, и то радует. То есть я уж думал, не пройду, потому что вы видели, сколько урона было внесено. Открывается выживший тофу, если вы хотите, может быть, я потом за него поиграю, но это не точно, мне не особо за него хочется, потому что это уже гораздо сложнее, чем за четвертого играть. С вами был Лекс, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, не забываем подписаться в паблик ВКонтакте, ссылки в описании и в шапке канала. Спасибо за просмотр, это была игра Resident Evil 2 Remake, и всем добра.